Скажите что-нибудь. Пожалуйста. Бесюк, смотри, что это? Что это? Печка, мы гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами будем варить. Что мы будем варить? Нет, конечно же, не мед. Это медный купорос. Да. У меня есть вот такая, типа, диадема. Вот, и мы, короче, будем пытаться вырастить на ней кристаллы. 300 грамм медного купороса. И на плите сейчас разогревается вода. Я, честно говоря, не знаю, как правильно его варить. Поэтому я попробую сварить хоть как-нибудь. Где в инструкции сказано, что надо типа на 200 грамм купороса, 300 грамм воды. А я возьму 300 грамм купороса и, наверное, 400 грамм воды. Да. Купорос у нас такой синенький. Кристаллы должны получиться тоже синенькими и прозрачными. Надо нагревать медленно на типа песчаные бани. То есть надо вот песочек взять и, короче, его нагревать. Но я сделала проще, я просто залила это все кипятком. Хотя сказано, что температура выше 80 градусов абсолютно никак не влияет на растворимость соли и вот этого вот вещества. Да, я знаю, что у меня замызганная плита, но мы здесь не за плитой, не за тем, чтобы осуждать меня за плиту. Вот, и сейчас я это попробую размешать до конца и поместить туда, собственно говоря, наш подопытный образец. Да, если вы хотите поставить подобный опыт, то ищите ненужную посуду, потому что ее после этого использовать уже вообще нельзя будет. Ну прям вообще. Серьезно. Я еще поставила сюда эту корону. Надо будет ждать примерно, наверное, неделю. Может чуть больше, может чуть меньше, чтобы это все обросло кристаллами. Я потом ее переверну. Либо на бочок, либо на... вверх тормашками. Чтобы она лучше, пропиталась, и чтобы на ней выросло сверху побольше. Потому что мне как раз надо, чтобы сверху было больше, чем снизу. А то на голову не налезет. Ну что ж, давайте тогда ждать. И результаты своего вот этого вот эксперимента я покажу в Инстаграме, потому что записывать видео, которое будет длиться, примерно 30 секунд, минуту, для меня как-то, не ахти. У меня обычно длиннее видео идут, да. Вот. И напишите, пожалуйста, было ли вам интересно, интересен сам этот эксперимент. Интересно, будет ли, что у меня получится. Вот. И проводили ли вы сами такие эксперименты. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, если, опять же, вам интересно. Вот, спасибо большое за просмотр. А опять же, в Инстаграме, скорее всего, я буду уведомлять вас о ходе этого эксперимента. Ну и, пожалуй, всем пока. Спасибо большое, что смотрели. Моему катану. Катан. На. Катан.